Привет. Вечер добрый. Рад видеть тебя в ультравых. Взаимно. Скажи, пожалуйста, из-за чего ты решил прокачать свою тачку? Ну смотри, так как это популярный двухлитровый трубовый мотор, то есть изначально стейдж 1 был, сейчас стейдж 2, то есть и хотелось бы, чтобы машина звучала так, как она едет. То есть соответствующий. Да, соответствующий звук был. Было принято решение, исходя из отзывов ваших клиентов, из ваших примеров работ, то есть посмотрел, что почем, сравнил рынок и, в принципе, решил приехать в ультравыхлоп. Пока вот в процессе работы я просматриваю, все без нареканий, так мне кажется. Отлично. Мы решили здесь поставить именно спортивные резонаторы, да, для того, чтобы все-таки был максимально, так скажем, раскрывающийся звук. Потом, если необходимо будет чуть погромче, мы, конечно, тоже можем доработать этот выхлоп. Но здесь уже нужно будет убирать другие элементы. Но на первое время, я думаю, что тебе вот именно такого звука, да? Тем более, когда ты поедешь, он будет чуть громче. Под нагрузкой всегда выхлоп громче. Понятно. Он тебе очень понравится. Ребят, вы, наверное, устанете смотреть в очередной раз, как мы это делаем. Но я все равно расскажу вам. Мы сняли штатные банки. Вместо банок у нас теперь будут резонаторы. Тут два гиба идут и два резонатора. Сейчас идет активная работа, вы видите, один человек варит, другой режет. Насадки мы оставим штатные, для того, чтобы вид сохранить прежний, а звук изменить. Собственно, вот на этом, на всем наша работа и закончится. И посмотрим, как же владелец воспримет этот тюнинг. Вот мы наконец закончили. Сейчас спускаем машину и послушаем результат. Банки владельцы убирают. Нужно с собой забрать, потому что при продаже могут не взять машину из-за того, что тюнингованный выхлоп. Нормально. Такой очень басовитый получился. Да. Такой с небольшим рейком. Антон, твоя машина готова? Да, я слышу. Прости за то, что она не помыта, у нас сегодня мойщика не было. Скажи, пожалуйста, как тебе? Я ожидал, конечно, другого, что будет хуже. Но оказалось намного лучше, чем я думал. Приятно, отличный звук, низкие басы такие добавились. Вот на небольших оборотах. Нормально. Сейчас послушаем на улице, да, наверное? Мне нравится, честно. Прям вообще здорово. Вот даже не сдержанные эмоции, вообще прикольный звук. На динамиках совсем не так будет, как на самом деле. Антон, ты услышал еще раз, как она звучит уже при движении? Могу сказать, очень круто на самом деле, особенно когда она начинает разгоняться, подрывается звуком. Отлично, мне очень понравилось. И звук, и работа. Самое главное, быстро приехал в этот же день и уехал. Мы очень рады быть тебе полезны, очень рады доставить тебе эмоции от вождения твоего автомобиля. Естественно. И желаем тебе счастливой дороги. Все, спасибо большое, да. Спасибо за работу и хорошего дня. Счастливо. Вам.